Обнять Сочи жителям курорта предложили организаторы одноименного конкурса. По его условиям, участники должны были сделать фотографию в обнимку с любым объектом на территории города и опубликовать ее в интернете с хэштегом «Обними Сочи». Жюри конкурса пришлось выбирать лучших из более чем 500 фотографий. Радует что? Что очень много активных сочинцев, которые действительно творчески, с одной стороны, с другой стороны, очень искренне отнеслись к этому конкурсу. То есть было огромное множество фотографий, было очень много креативных идей. Это действительно характеризует активного, позитивного человека. А мы хотим, чтобы все Сочи были такими. Лучшие из лучших получили свои призы в администрации Сочи. Помимо победителя, были награждены и работы, набравшие наиболее большее количество лайков в соцсетях. Участники сфотографировались в обнимку с горами, морем, водопадами, местными достопримечательностями. Но лучшей была признана работа Анастасии Рик, которая в своей фотографии совместила все составляющие Сочи и таким образом воспроизвела герб города. Когда мы с семьей стали думать о том, какой же сделать фотографию, мы подумали о том, что же символизирует город Сочи. И, как правило, все символы изображены на гербах или на флагах города. Мы посмотрели символ, герб города Сочи и увидели, что если обнять все символы, то можно таким образом обнять весь город целиком. Победители конкурса получили ценные призы – скипасы «Роза Хутор», а также сертификаты в парфюмерные и спортивные магазины. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.